Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я в магазине Fix Price. Давайте посмотрим, что же новенького появилось на полочках. Органайзер для хранения мелочей. Цена 99 рублей. Состав полипропилен. Размер 31, 18 и на 3 сантиметра. Закрывается на клипсы. И разделяется на такие вот маленькие отсеки. И несколько вариантов расцветок в магазине таких органайзеров. И вот такая еще коробка органайзер с вкладкой. 55 рублей, производство Россия. Также из полипропилена. Два таких отсека. Сумка дамская. Наружный карман. Состав ПВХ сталь. Цена 199 рублей. Сумка внутри без подклада. Закрывается на металлический замок молния. Не очень удобный замок. И вот с такой она длинной ручкой. И такая же сумка в сером цвете. Косметичка. На замке молния. Внутри с подкладом. В цвет косметички подклад идет. Состав ПУ, полиэстер и нейлон. Цена косметички 99 рублей. И вот такие еще цвета, розовая и черная. Сумка для путешествий. Вернее, даже это не сумка, а косметичка называется. 199 рублей, выполненная из вельвета, с длинной ручкой, внутри на подкладе. Есть один карман внутри на молнии. Состав ПУ, полиэстер, сталь, нейлон, полипропилен. Цена 199 рублей. Вот такие вот расцветки. Синяя и такая розовая, грязно-розовая. Такая вот сумка на пояс. Два отделения. Большое и маленькое в виде кармана. Ремень застегивается на такую вот застежку. И регулируется длина ремня. Состав полиэстер, сталь и полипропилен. Цена 99 рублей. И вот такие вот расцветки в магазине. Веер складной. Много вариантов расцветок таких вееров. Ценника не увидел, но по всей видимости 51 рубль. Как раз сейчас жара начинается, и веер, конечно, будет кстати. Появились новые расцветки масок для сна. Новые дизайны. Интересные. Так вот она выглядит сзади, и какой-то в ней карман. Не пойму для чего. Может, кто-то знает, для чего этот карман нужен? Напишите в комментариях. Состав полиэстер. Горшок для цветов. Состав доломит. Такие горшки я показывала в прошлом обзоре. Были маленькие, по 77 рублей. А сейчас появилось три размера горшков. То есть вот большой, маленький и еще есть средний. Вот такой вот. То есть их 4 варианта дизайна в магазине, и все они по 3 штуки. Ну, то есть больше, средний и маленький. Большой, средний, маленький. Сумка велосипедная. Крепится на руль с помощью ремней. Ремни на липучке идут. И вот
сверху для телефона или для навигатора сенсорный экран. Состав полиэстер и ПВХ. Два боковых кармана, одно отделение на молнии. Так вот она выглядит внутри. И вот такая еще раз цветка, черная, черный карман боковой. Рюкзак. Цена рюкзака 199 рублей. Состав полиэстер, нейлон и полипропилен. Внутри рюкзак на подкладе. И есть один карман наружный. И вот такие вот расцветки в магазине. Автомобильный коврик влаговпитывающий. Размер 50 на 38 сантиметров. Здесь подробная информация. Состав вискоза, полиэстер и латекс. И вот такие расцветки. Очень удобная вещь для автомобиля. Вот хотела показать, какие есть средства защиты от насекомых в магазине. Сейчас очень актуально. Выезд на природу, на дачу. Начинают появляться комары и мошки. Я купила себе вот такой сегодня спрей. В принципе, я брала такой и в прошлом году. И, в общем-то, устраивал. Можете почитать подробно. Объем 125 миллилитров. Специальная серия. И вот такая еще. Такая защита от комаров. Тайга. Пластины от комаров. 4 пластины по 10 штук. И вот такие еще. Ну и есть лента от мух. Тайга. 4 штуки в наборе. 51 рубль. Проверенное качество по разумной цене. Не токсично. И также тайга антимоль. Эффективная защита до 3 месяцев. Уничтожение моли и личинок. Удобная подвесная секция. Спрей от комаров тайга. Защита от комаров, слепней и москитов. 125 мл. И такая вот еще антиклещ. Такие средства идут по 55 рублей. Щетка для посуды силиконовая. 12 на 7 сантиметров. Цена 77 рублей. Хорошо моет, бережно очищает и не царапает поверхность. Состав силикон. И вот такие еще цвета есть. Перчатки хозяйственные с ароматом розы. Очень интересно. Цена 55 рублей. Одна пара. Размер L. Ну, наверное, еще размеры есть, но я увидела только L-ку. Шторы для ванной. 180 на 180 сантиметров. 199 рублей. Такие шторы, конечно, были, но вот таких расцветок я у нас не видела. Такая кораблики какие-то детские там нарисованные. И вот такая белая с черным рисунком. И вот что-то как хаки. Чайник электрический. Размер шнура 75 сантиметров. Объем 1 литр, цена 199 рублей. Срок службы 1 год. Такой, не знаю, конечно, как он будет в эксплуатации. Ну, наверное, какое-то время поработает. И вот такие вот варианты расцветок.
белая, зеленая и синяя крышка чайников. Емкость прямоугольная, 1,35 литра, 51 рубль. Такие контейнеры с таким же дизайном я показывала в прошлом обзоре. Круглые, квадратные. И появился вот такой у нас еще контейнер. Да, вот они и круглые есть, и квадратные, и теперь еще и плоские, прямоугольные. А вот такой еще пластиковый контейнер, производство Россия, 0,75 литра, такой интересной овальной формы. И вот такой вот еще, в принципе, неплохой контейнер, плотный. Крышка хорошо закрывается. Видите, какая она с бортиком идет крышка. Мне понравился этот контейнер. Контейнер круглый, такой цилиндрической формы. 77 рублей. Объем 1,9 литра для холодильников и микроволновой печи. Тоже хорошая крышка. И вот такая еще расцветка с розовой крышкой. Контейнер с розовой крышкой. Тарелка для пиццы из жаропрочного закаленного стекла. Подходит для горячих блюд. 31 сантиметр, цена 55 рублей. Чашка. Производство Китай. Фаянс, цена 77 рублей. Интересная такая большая ручка. И вот такая еще чашка перламутровая. Внутри идет так, расцветка в тон верха. И вот такой еще цвет. Приятная чашка. Объем 420 миллилитров. Керамика. Рубашка поло. Женская. Выполнена из хлопка, 100% хлопок. Много вариантов расцветок. В принципе, смотрится неплохо. Не очень плотный материал. Цена 199 рублей. Производство Узбекистан. Ну вот шовчики меня не очень порадовали. Как-то выполнены, обработан шов неаккуратно. Видите, как ткань неровно как-то обрезанная, неровно прошита. И вот такие вот варианты расцветок. Это вот приятная такая расцветочка. И появились у нас мечи разные. Набор «Большая мельница для песка». Одна лопатка, одна формочка. Цена 99 рублей. Интересный набор. Сверху насыпается песок, и мельница вертится. Вот так вот он выглядит. Детям, конечно, интересно будет. Да, и вот опять мячи у нас. Я хотела еще показать, какие у нас появились. Футбольные. И волейбольные мячи. 199 рублей. Интересная форма кашпо для цветов. Такая она конусовидная. 30 на 35 сантиметров. Цена 199 рублей. Дерево, оцинкованная сталь и полиэтилен. Понравились мне фигурные гелевые ручки в виде пера. Интересные. Синие чернила.
Состав: полистирол и чернила. Что-то еще, какое-то украшение на цепочке висит на ручке. И вот такие вот расцветки. Интересно смотрится очень. Краски в тюбиках с кисточкой. Краска находится в самой кисти, что избавляет вас от грязи, разводов и баночек с водой. Состав: поликарбонат. Так. И вот такие еще краски. Ароматизированные выкручивающиеся мелки. 3 штуки. Цена 77 рублей. И их несколько наборов с разный цвет. Удобная форма, толстый грифель. Выкручиваются. Баскетбольное кольцо. Цена 199 рублей. Диаметр 42 сантиметра. И идет к нему сетка, 3 самореза, 3 дюбеля и 10 креплений для сетки. Вот так вот выглядит кольцо, крепление. И вот такие у нас корзинки появились. Пластиковая корзинка. 14 литров, цвет бежевый, производство Россия. И коричневая. Очень такие симпатичные, мне понравились корзинки. Цена, по-моему, 99 рублей. И качели. Качели с креплением. Такой круглой формы. Вот так вот выглядит крепление. Яркий цвет, хороший, такой насыщенный. Полиэтилен, полипропилен и железо в составе. На этом я заканчиваю обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачных покупок и до новых встреч. Пока-пока!